Я был бездомным шариком. А нас разрушили. Да, и нас разрушили. Вау! Но потом я начал все это собирать. И лох уже забить нельзя. Не отдышь! Почему слово? Да. Но потом я сделался и убрал других. Всем привет! Вы на канале Мама и я. Да, и сегодня мы играем в Boulder Simulator. И нас разрушили. Себе не нравится? Нет, он нам не нужен. Тут надо закатывать, как я понял, людишек, все такое. Велики. Ну, давай. Ну, и мы с этого начинаем. Да. По-моему. Мы все решаем. Так. Да, мы закатываем себя. Все. Все, ничего не оставляем. Что еще больше сделали? Ура, мы машину закатили. Ура. Мы все закатили. Нет. И все килограммы потрачены. А мы что, сохранили наши килограммочки? Красные. А что, мы до сих пор маленькие? Да. Мы маленькие. Маленький. Я не хочу быть маленьким. Мне тоже не хочется маленьким быть. Мы вот эту вот машинку взяли. О, а килограммы что, сохраняются? Да. Не разрушай нас! Вот. Что он делает? Ура! Мы разрушили его! О, он здание поглощает. Он все поглощает. Это другой. Плохой. Другой плохой, плохой. Мы сюда за машинкой. И до свидания. До свидания, до машины. Так, камеру надо отдалить. О, давайте деревья соберем. Так. Он зеленую еще разрушил. Что ж такое? Он постоянно мост не оставил. Какой плохой. Мы плодеть даже можем. Да. Ну, конечно, что я сейчас мост. Тоже что? Телепорт? Нет, не телепорт, просто мост появился. О, давайте. Теперь... О, давайте весь лес теперь. О, тут мы много наберем, да? Да. В лесу. Да, можем мы разрушить? Нет. Дома. Я тебе все разрушу. О, мы дом взяли. Как? Да. Серьезно. Ничего себе. Мы дома собиратели уже. Да. Давай опять в лесу пособираем. Ничего себе какие. Мы уже большие, только там катится. О, золотой сундук. О, мы маяк купили. Так, кораблики, все такое. Только мы еще тебе не трогали. Ничего себе, он его просто сломал. Но мы уже дома эти катим. Мы хорошие? Да, мы все хорошие. Мы хорошего роста. Да. Ну посмотри, мы как все уметаем. Да, расшуши его. Расшуши его. Не надо.
только не появляйся тут. Это очень было опасно. А! Большой, не нападай на нас! Не нападай! Мы очень хорошие. Не нападай. Сейчас будет такая большая битва. Он за нами катится. Я ничего не сделал. За что? Тогда мы еще можем. А наши килограммы сохраняются? О, да. За что? Где мы? А где мы вообще? Вот это мы ограничили. Да, наши килограммы, оказывается, сохраняются. Ничего себе! Что мы делаем? А можем мы другую башню разрушить? Нет. Нет, только не разрушай нас. Мы очень добрые. Давай вот этого попытаемся разрушить. Давай. Как? Почему? Правильно, пушка. Давай деревья будем собирать. Да. Так. Да. Как же хорошо. Мы такие уже большие. Да. На, это нам не преграда. Так, все нам не преграда, да? Да. Что мы делаем? Смотри, мы что делаем. Сейчас горы разрушаем. Привет. Не дышь. Получай из горы. Давай. На. Как он нас разрушил? Ты же его огромный размер. Понимаешь? Да. Ничего себе. А я думал, такой огромный. Как? Нет, это флаг. Он просто появился. Вот и все. Молодовинный здание еще ломать. Ничего себе. Как? Почему? Что он вес? Да, мы же можем контейнер собирать. Я совсем забыл. Да, мы можем контейнеры собирать. Я совсем про это забыл. Мы все разрешаем. Детка. Трубы, это хорошо сейчас пойдет. Что сделаем? Мы целый завод сейчас уничтожим. Подай нас. Не надо. Только не надо. Он вышел с игры. Он опять розовый. Нет, не розовый. Так. Знаете, какой цвет? Оранжевый. Оранжевый. Но тут оранжевый ничего не вижу. Нет. Куда мы сами будем сидожать? Сейчас будет такая битва. Как? Почему? Как? Фак! Как? Он просто на мне появился. Фак! Малиновые. Что? Машина на нас. Как он нас просто раздавил? Как? А вот это вот хорошо. Это тебе уже контейнеры плоско? Пособирать. Вот эту штуку я еще хочу. Да не все меня разрушают просто. Черный. Вот черный очень. Ой, я целый небоскреб схватил. Мамочки.
Я уже сзади камеру не могу сделать. Поэтому придется сидеть вот так. Ну давайте. Сколько у нас, кстати, килограммов? Интересненько. Я тебе еще больше сегодня. Машинки, все такое. Мы правда все. О, а может мы мост сможем разрушить? Давай так сделаем. Попробовать надо? Да. Давай. А по дороге будем собирать дома. Все как это... мосту приплываем. Просто весь мир. Ням. Мир все да, всегда. Мы весь мир сейчас закатим в себя. Ничего себе, мы большие уже, да? Да. Я не знаю, в каком смысле? О, вот это уже ништяк. Ну да, нормально. А тебе нравится белый свет? Белый свет, ну он такой. Он что, захватит? Ха-ха-ха. Я туда. Мы сюда. Почему всех нас поражу? Нет. На меня едет очень сильно. Да, мы мост разрушаем. Да, это очень классно. Давай мы все разрушим. На, это мой друг. А давай мы еще можем кран разрушить. Давай. Не надо было. Не надо разрушать. О, нет. Ой, я эту штуку взял. Контейнер просто собираем. Уплетаем, да? Все не оставляю, все правда. Это вкусняшка. Почему там нет ни другого шара? Что мы залетели в космос, то мы все там съели. О, что это такое? Я уже ничего не вижу, а ты видишь? Я ничего не вижу. И этому камеру уже отдалять, к сожалению, не можем. Ничего, просто будем ехать. Хорошо? Да. А не поймем куда, но будем ехать зато. Так, я вижу вот это. Потом... Ну так почти не видно себя. Вертолетную площадку. Ничего. Не видно, но зато. Так, классно. Ура, спасибо тебе. Вот так вот мы вылезем. Ну что, давайте зато мост сейчас снесем. Вот какой-то этот уничтожил. А как тут дома сделать? Не понимаю. Такой уже светлый. Ты бы заправку еще сломал. Заправку. Да. Ты просто разрушатер. Тогда вот у тебя все будет катиться. Прямо все. Ха-ха-ха. О, ничего себе, какое мы! Постойте-ка. Один киллс. Кстати, как тут киллс? Я тогда делать не понимаю. Стойте-ка. Мост сейчас снесем. Давайте снесли его. Да. Так. Снесли. Чё? Престиж. Понял. А что такое? Ура!
Престиж. У нас один престиж. Чё ты такой маленький? Потому что я престиж сделал. Ничего себе. Ты где? А, вон. Всё, смотри, что ты. А, да, я очень маленький. Ай. А я думал, что мы можем все шушать. А со мной престиж бегает мой. А твой шарик помогает все шушать, если я не ошибаюсь. О, мы с собой машинку уже взяли. Ура! Мы вторую раз в машинку. Тогда укатится на машинку. Машинка на машинку. Ой! Он просто взялся не из откуда. О! Ничего себе, какой шар! Я такого еще не видел. Это у нас просто щит. Щит? Как у нас еще было? Это щит свитры? Ура! У нас еще бывает щит. Вот что мы тут будем. С нами бегает престиж. Наш. И он щит нам делает. Ой, давайте на стоянке возьмем машинку. Ты... Ничего себе, еще зеленого машину еще зажушили. О, чё давайте здесь? Деревья. Ура, сейчас мы наберем килограммчиков. 100 000 эти. Ну не 100 000, но много. Это что? В деревьях много можно набрать, да? Я хочу, чтобы у нас было 100 000. О, посмотри, он у меня как шарик вырос. Да уже не все собирай. Забивать еще сит. Так. Так, вау. А круто-то. Сука, мы теперь контейнеры уже сможем? Да. О, ура, мы контейнер можем. Сейчас это будет вкусняшка. Вкусняшка сейчас будет. О, вкусняшечка какая сейчас будет. Вот такое все будет. Так. Стоп, это пузик просто или кто? Да ты просто нечестно, мой престиж. Он бегает, где я сейчас буду? Так, вот мой престиж. Да хватит меня уже бить! Надоели вы. Ничего не даете. Ага. А, его разрушили. Так, вот он желтенький. Престиж бегает. Если не престиж, то я не знаю. Это что? Я реально не знаю, это что такое. Я не понимаю. Это все-таки я в первый раз в эту игру играю. Поэтому не говорите, если я что-то неправильно то делаю, я просто не разобрался в ней еще. Так, ну, уже понял, что надо все рушить. Придет все знания, хватать. Все такое. Ну, это я сейчас и делаю вообще. Вот, ну, еще тут аж 3000 кило. Пойдем, что-то. А, просто большое. Вот я думаю, что мы не можем схватить там. Это что там было? Так. Ну теперь мы уже такие себе большие. Да. Ну, погнали. Ура! Просто собираю все.
А уже назад канала не могу удалить. А хочется видеть. Я его просто в клочья превратила. Просто в клочья. Превратил. Эй, не надо, не надо. Не надо, я же в шутку. Нет, не дали нормально мне потолстить. Окей. А, ну трубы собирают. Ну хорошо. Хорошо. Трубы собирают тоже. Не жалко. Ну сейчас вы еще увидите, кто я такой на самом деле. Сейчас вы это все увидите. Увидите, сейчас подрасту. Подрасту, окей. Не дают. Не дают. Они не знают, что такое давать. О, у меня 1000. Это круто. Это круто оказывается. У меня уже 1000. Это классно, классно. Это очень классно. Давайте вот этого шарика разрушим. Так. Меня они не разрушат. Конечно же, разрушат. Лишь бы их шарик не прекратил, не прикатился. Тогда будет все нормально. Я пока убегаю, собираю. Убегаю, собираю. Ну, Антмен, я тебе еще потом причту. Причту, потом я тебе сделаю. Антмен. Или как твой? Твой ник там. Ну, вот этого сейчас разрушу. До свидания. Деревья соберу. Машиночек тут немножко. Ну все так нормально. О, давайте вот этого разрушим. Вот этого будет нормально. Я вам говорю. Будет нормально. Эй, ты че? Ты че? Иди. Иди. Так, левент. Ладно, я его только что разрушил. Давайте вот этого зато. Так. Давай. Так. 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 Там это что? Опа. Не понял, в каком смысле. В каком смысле он разрушился? Ну, типа, говорю, еще здание. Что, нельзя? Вот теперь можно. Вот теперь-то можно. А? Я до сих пор скажу, нельзя. Это уже вам... Ну, я не маляка. Серьезно, это уже не маляка вам. Да, 2000. У меня уже почти. Вот скоро будет. Скоро, скоро, скоро. Очень скоро будет 2000. На контейнер я пока пристижаю этого не буду. Ничего себе ты какой! На! Просто его сломал! Просто сломал. Кстати, у меня 1700. А, пойдемте, кстати, мост порушим. Это мост, я сказал. Это мой мост. Что тут мост? И не некой. И не некой. И не некой тут. И не некой. Кто-то тут монстр. Монстр тут. Да я его разрушу. Ну, конечно, конечно, конечно. Что мы еще? Такие еще. Я еще такого разрушу вообще. Мы такие еще огроменные. А, это Левент.
представьте, что мы такие еще огромные. Короче, у меня уже 2000 почти. А я думаю, и я еще ни разу не умер. Посмотри, а все у кого-то 0, 10. А ты в курсе, что у меня так много? И зачем нас нам 5 роботов? Как? Это очень мало. Ты видел, труб ускорение нам дали? Ты видел только сейчас? Я один эвент. Просто его сломал. Я у шарик просто сломал. Просто сломал. Смотрите, как тут килсы зарабатывать? Я без понятия. Эй, залезай, шарик. Так, ну чё вам тут? А, да, я же за мод еще сейчас сломаю вам. За то, что делаете мне это. Ты чуть-чуть набрал. Сейчас я еще этого сломаю. И ты еще потом набрашь. Хорошо? У меня уже 2000. Ты знаешь это? Смотрите. Ну почти. Почти. Вот Сахрис. Кто-то пропал с игры. Срушил. Уже мне непонятно, куда я еду. Мне тоже непонятно. Потому что супер-гега. Да, я очень большой. Ну правильно, у меня сотка осталось метров для 2000. И это, наверное, следующий престиж. Это, наверное, следующий престиж. В каком смысле? Ничего. О, да, я могу. Ничего себе, я такой большой. Разве? Давайте сейчас этого поменяем. Еще вот так вот. Вон. Ну, у меня, извините, но у меня 2000. Не-не-не. Не буду я вам не некать. Да я нет, я не буду. О, с этим конфирм только надо будет делать. Ничего, сейчас его умилка. О, он не убивает нормально, не дает. Ах. Ничего, значит, будем с этим престижем бегать. Это ж надо сделать престиж. Все. Все уже не могу просто. Надоело. Так, дерево. Так, дерево. А что в сумочке? Понятно. Так. Это батька. Так, постойте-ка. Машинка должен? Да, машинки пошли. Не помню, зачем эти престижи делать, а то они потом надоедают. За мной бегает 2 шарика. И это не. И это лучше, чем 1 шарик. Интересно, на следующий урон силы сохранятся? Напишите в комментариях. Да, опять. Так.
естественно, не смогу. Ой, уже эти мелкие могу. Давай. Да, зарубил. На секунду его остановил. Ну, не на секунду, но на время. Давай. Так, опять остановил. На времешком. Ну, а кому понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, ставайте такими же крутыми и веселыми, как я. Адьяс.